Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове 8 часов 43 минуты, 11.04.2017 года. Предыдущие ролики, которые были связаны с континентом Австралии, с Канадой, это на самом деле были семечки. Я, можно сказать, подготавливал к более сенсационному знанию и пониманию. Максимально серьезно отнеситесь к тому, что я вам сейчас покажу. И не падайте со стульев. Готовьте ведра валерьянки. Ну что, приступим. Слава богам, слава предкам. Как-то в одном из предыдущих роликов я показал вам, что континент Азия и Америка – это один континент. Но, уверяю вас, это еще не все. Мало то, что это один и тот же континент. Сейчас вы будете видеть сюрпризы на своих глазах. Случайное совпадение. Это действительная карта, которая существует. Многие видели, как я тщательно пытался соединить Берингов пролив, Аляску и Россию, но на самом деле еще все грандиознее. На самом деле. Вот еще небольшой примерчик, так, рекламная пауза. Вот как обстоит дело. И, на мой взгляд, кульминация — это когда я нашел карту, в которой особо мне не надо ничего было переделывать. Вот данная карта. Мне здесь не нужно было ничего не переделывать. Карты я показываю для вас, уважаемые слушатели и зрители. Древние карты служат лишь для того, чтобы вы визуально смогли принять то, что я озвучу. Без этих карт, которые я тщательно и скрупулезно искал, мне бы крайне сложно было озвучить ту информацию, которую вы дальше услышите. Это, уверяю, только присказка. На этой карте, как видите, не составляет труда продемонстрировать, что это один и тот же континент. Если кто-то задастся вопросом, а что это за небольшой остров справа, это всего лишь Куба. Ну, не совсем Куба. Почему не совсем Куба? Терра Куба написано. Вот так вот на ваших глазах, без сложных комбинаций, визуально появляется истинное положение вещей. А теперь тяжелая артиллерия. Это не просто соединенные континенты. Дело в том, что в упрощенной форме, в самой упрощенной, США и Китай — это одна и та же страна. И доказательств тому, что это одна и та же страна, миллионы. Так как открытие сверхсенсационное, точнее озвучка, я ничего не открывал, я всего лишь озвучу истинное положение вещей. Я вам покажу несколько моментов. Обращаем внимание на полуостров, который находится на так называемом континенте Америка. Обращаем внимание на полуостров. Вот это на самом деле в Америке Южная и Северная Корея. И рядом с Китаем Южная и Северная Корея. Мексиканский залив является одновременно и Мексиканским заливом, и Желтым морем. Охотское море одновременно является
и Гудзонским заливом, и Охотским морем. Куба – это Филиппины, а Филиппины – это Куба. И таких примеров на карте вы можете самостоятельно найти тысячи. Откроем еще карту. Дело в том, что географических названий и политических не получается найти на одной карте сразу. Если вы контуры сведете на этих картах, то вы увидите, как они грамотно играли и вводили нас в заблуждение.